Перед вами молодая семья. Мы 5 лет в браке, детей у нас нет, и не так, чтобы мы пытались это как-то исправить. Да там одного раза вот, достаточно. Вот, депрессия у нас гораздо регулярнее, чем секс. И... Пойдем, отойдем. Я больше не хочу жить с мужчиной, который не зарабатывает денег. Что, ничего нельзя уже изменить? Беда у меня. Развожусь я. Еда сближает. У меня мало времени, что я должна делать? Поужинай со мной. 7 раз. Сегодняшний ужин мы проведем с закрытыми глазами. Это вообще к чему? Повязку нельзя снимать ни при каких обстоятельствах. Да не сниму ни за что. Зачастую людям очень сложно помириться сразу, потому что перед их глазами возникает образ обидчика. Мы будем делать все за партнера. Я хочу помыть посуду и порезать лук. Знаешь, мне очень нравится наш второй ужин. Сегодняшний ужин мы проведем абсолютно обнаженные. А что это вы со мной не разговариваете? Это что, игра какая-то, а? Эксперимент. Да иди ты в жопу со своим экспериментом. Если не Жень, получается, ты реально считаешь, что я? Не обманывай, я сюда хожу, потому что боюсь этого. Тот, что спрятан внутри. Поужинаем. Мы должны сказать друг другу самые главные слова, несмотря ни на что. Он уводит мою жену. Она ему уже не жена. Я вообще-то еще ничего не решила. Что показать Тимофею? Все. Евгений Владимирович, вы не ударились? Здрасте. Теперь понятно, почему твой муж в ЗАГС не пришел. Гороскоп точная штука. У него сегодня день ярких впечатлений.